Будет случайно не твой лог. Чат в лудилке чекни. Войд демон какой-то. Внутри рейда можно рола передавать? Типа нас. Можно. Нажми на значок друзья и там не, короче. Не мой. Там, короче, это. Можно передать. На танках, кстати, как можно полироли повыкупать, в принципе. Ну да. Да, наверное, через неделю еще будет супер дешево. Ну, ну да. Сейчас там фрагмент 750 стоит. Синий. Я красный продал за 4,5. Оранжевая 1500, а желтая. А желтый вообще нет, что ли? Не упало сюда. А, нет, он желтый 1200. Че, трэш зачищаем? Или сразу на собаку? На собаку, да? Мы же не бичи какие-то, блин. Тут бич только один, это я, блин. Лёха, скажи, как бесит ДДшеры, да? Не дают агро набрать. Да, на пол есть, нормуль. Даже два на полу. Блять, походу тот друид ренегат, сука, Т4 отключил. Да? А я в Т10, у меня не отключается. Рыбы нету на шамане. Есть такая херня. Она же тупо размер меняет, да? Но это дает хотя бы какие-то статы. Это баф. Просто чуть меньше, чем рыба. А, нормально. Но я пока кузнавку качал, наделал дофига. А злобный друид у нас новый в гильдии, да? Или уже был когда-то? Новый. Песа, ты милишник. О чем? Нифига себе, все-таки Эридар взял. Костя, поставь это от тьмы. Слышишь, может быть кого-то другого поставить вместо ПС? ПС 20-ху ебашит.
А можно из под босса ебашить столько же. Может, злобный друль шарит? Как делать там под боссом? Нет, я в миле вообще не шарю, я только в РДД. В принципе, может этот, может скорчик встать туда нормально. Только ему надо шарить, так встать, стоять там. Ну типа меня можно нахуй, но я не знаю, что с Эдхилом будет тогда. Там, короче, нужно просто бегать. Ну и также убегать от гейзеров. Ну и в миле не стой, можешь дальше стоять. Так, а что, у вас же друид есть? Эрдрушник, это танк у нас. Кажется, справится. У нас эрдру есть. Вон эрдру с вичней местами, пускай он там будет. А на тап на сурового босса вернешь. Песа пускай дамажит, нормально даст. Объясните, что делать, или он знает. Бегать не останавливаться. Друль, напиши что-нибудь в чат. Ты в Дискорде, ты шаришь, как мили стоять? Да, я здесь был. А, ну все, заебись. Стоишь в мили тогда? Да. Жду команды. Это сова или мне Эрдру ответил? Ты... Это сова ответила. Понял тебя, блядь, Эрдру. Ты шаришь, как в мили стоять? Еще раз. Сову. Нет, ну, типа я в роли милишника здесь был. Ну и все. Вот свич не обратно сову на того друида местами. Нет, да я не знаю, что делать в мили. Я в мили не был здесь. Ты не в мили стоишь. Я в курсе. Он на роге забыл яды намазать. Писта, минус хил. Ой, тут темпу поставь. Бегите или умрите. Что, все в ТГ пошли, да? Никто в РБК не пойдет? Или уже ушли? Ну, бьем тут собаку. Я могу после ТГ пойти. Леха, мы же дохнули. А, конфликт. Всем привет. Я что-то засмотрелся, привет. Что делаете?
Вайпаемся. Чё, где вайпаетесь? На стрим посмотрим. Фарл, да, за фарлик. Угу. А, это ТГ-10. Пойдем в РБК. Пойдем. Я, собственно, за этим и зашел. Прогрета? Да, зашел вот. Сейчас прогрузится. А история, что ты идешь? Барбака. Сколько там инстов? Могу рогать. Ну пойдем рогом, я на пол нужен. Стоп. Только если ты будешь часа час-полтора максимум. 30-40 минут на один. Я думаю, мы быстро, у нас он есть ГДКшник, будет на пол и два фуривара. Просто сам понимаешь, неохота там сидеть. До утра. Ну, полироли-то нужны. Да, на яшму полироли не помешают. Вы, главное, расскажите, что делать надо. Никто не знает. Никто не знает, там половина не будет. Так, типа там так же бежишь, бьешь боссов. Там. Ща, я релок пропишу, у меня ауру залагали. Там вот что-то остался. Я читал для 260-х, даже типа сложный как. Да, мы сегодня ходили, мы, блядь, там пиздец, мы навайпались. Ну, еще повайпаться даже умудрились. Короче, осталось у меня 4. Мы 2 прошли сегодня, а у меня осталось. Это где именно? Ну, значит, 4 сходим, отлично. Паранорм лабиринт. Пойдем от пацанов ниже тогда. А, вот ботаник. Так пока тут снимаем. Тихо проходит. А мы болтать-то особо не будем в РБК. Новые РБК, поэтому долго сразу скажу. А чё вы это самое, кто РЛ-то вообще, блядь? Не знаю. Так пиздите кто-то, ну, что-то пиздите. Координируйте, бля, я на шамане хуй чё по РЛ вам. Хочешь, помогу? Ну, если ты со стрима за РЛ-ешь, я хуй знаю. Ну, типа, потому что я никто... Я со стрима не РЛ. Кто нихуя не это... Чекайте на пул, хули вы дрочите, блядь. Давайте, блядь. А то можно тут сидеть, пиздец. Блядь, чё ты рихнул? Блядь. Чё, выходим? Ну да. С БРЛК ебашить. Вы сбиваете людей с рейда. У меня тут просто еще яма сарона стояла, всякая зона. Сколько там у кого присет это хуйня? 5 минут. Берегитесь. Метка. Да, короче, ниже прыгнул, пойду к РБК. Давай. Бегите или умрите. Сбейтесь в него. Надо подождать.
Прочитайте это заклинание. Метка в друида, сбегитесь. Блять. Там, наверное, подохнешь уже. Да уже подох. Как-то ебано мы метки выносим, что мы, блять, к РДД пришли. Слепые, потому что дурачки, сука. Веса, хильси сам. Лёха, руку. Бегите или умрите. Берегитесь. Ложитесь, два ляма. Вы вообще отдупляете, нахуй, куда вы пришли или что, нахуй? Или вы совсем, ну, нахуй, ебать. Алло, нахуй, или как, блядь? Вы хоть знаете, куда пришли, знаете, что тут делать? Или рассказывать с нуля надо всем, блядь? Ну, говори тому, кто ошибается. Типа, тут все хуёво сыграли или что? Вот те, кто на РДД бегут, ну, милики, вы не можете в другое место бежать или как? Ну, конфликт вот это зачем ловить, блядь? Когда, блядь, 5 человек умирают от конфликта. Хотя бы бегите в другую сторону. Босса, ну, я хуй знаю. Ты наливай лужи в один стак и отходи с ней. Ты проведешь до убийства босса по стенке по одной, в один ряд и все. Кучнее просто лужи разливайте, чтобы они плотненько прям друг к дружке заполнили. То мы то там налили, то сям налили. Сколько там? 4 лужи разливается? Да. Короче, 4 в одну точку. Главное сейф отдавай, когда ты лужу там. Допустим, висит он, у тебя 12 секунд там. Подождал, там 2-3 лужи вылилось, отдай там 50 на 50 и все. Потом в одно место их разлил и все, и выходишься. Друид, который хил. С кольца выбегай. 3 секунды там дается. Это гейзер. Дринк, ты готов? Все, помер. Please.
Опять конфликт. То есть... Лучи не ловите, блядь, противоположного света ПСа. Вот чё, вот в чём проблема, скажите мне, вы тут все первый раз? Вот вы мне просто объясните. Вы все тут первый раз, блядь? Или как? Почему, блядь, так? Что, блядь? Подожди, ну кто словил пояс? Пояса словил. Тот, наверное, первый раз. Ну, почему? Он не первый раз, а остальные чё? Ну, остальные вроде конфликт не ловили. Пояса ты словил. Давай следующий трай смотреть сейчас, кто будет ловить. Ну я хуй знаю, я долго сидеть не буду, блядь. Нет, не дрочите нахуй. Знаете тактику, блядь. Исполните ее просто и все. На пояс закинуть могло только тогда, когда сокрушающий был. Он либо дамаг наносит, кто вплотную стоит, нахуй, а остальных откидывает. Просто толкает. Да там без разницы, сколько ты стоишь. Он и РДД тоже кидает. Отчет какой-то долгий, может просто пулять будем, ничего, блядь. Нахуя нам этот отчет? Ну, если все готовы. Да. На пул, да. Эй. Метка вон одна стоит. А, тучка, да? Тучка там тучка. Бегите или умрите. Если прожимки не будет, скажешь, поспамлю в хил, если будешь лужу раздевать. Хорошо. Или умрите. Берегитесь.
Не веди сюда, ВРДД. Там бабал. Нужите, когда хотите, блядь. А ультрадруль говорил, что знает, что делать. Да я не друлем здесь был просто. О, давай мне вот это плечо сразу. А это что? На МХ. Это вот здоровье какое-то на мишку, что ли, бред какой-то, блядь. Ты с меткой должен был наоборот, чтобы в тебя сбежать. Да я знаю, надо было в танк сбежаться. Я просто был ретриком здесь, и я баблом скидывал. А уже когда в угол забежал, вспомнил. А, что-то этот у меня, блядь. Кожа надо кому-то? Перч. Ага. Ну, если никому не надо, кидай кому-то. Ну, рога. Я закинул этому, как он называется? Да мне. Если Роге надо будет, скажет. Тут сразу в третьего хила спекайся. Получается, Эма на первый, короче, первое дыхание, да, Костя, дашь? Там как раз эти еще, как черная земля будет. Ну. Да, да. Глыбы надо половить трэш? Обязательно. Надо. Окей. Ну, можем в два мага стать. Достаньте один за боссом и один за рейдом. Магу там объясните, он... Что делать? Он первый раз. Ща. Короче, ты за спину встанешь. Там на, блять, на какой там, на второй или на третьей фазе трэш пойдет такой, ну, ты увидишь. И он идет в самую дальнюю цель. И он, когда к тебе будет подходить, просто глыбу нажмешь и фул глыбу простоишь. Все. Потом разольется под тебя лужа от этого трэша, и ты оттуда, блин, конешься. С черного пола надо выходить. Бублики на после 50%, когда из игроков появится, с них надо выйти, чтобы вас могли захиливать. По команде, когда большой каст будет, туда зайдете в эти бублики. ПС на ХП сам дашь там в конце. Войд зоны, короче, еще такие черные будут. Либо сходиться в босса, либо расходиться от босса. А в них стоять нельзя, тем более кастить в них нельзя. Если кастанешь, на тебя нанесется дамаг. Так что аккуратно. Так, что там еще? Сферки, да? На ком сферка? Стойте на месте.
Над башкой будет. Да, сферу надо закрывать, так как если ее не закрыть, урон будет расходиться по всему рейду. Там что-то, сколько, 5к или 10к? Не помню уже. Давай, я под первое. Че, песо тут? Песо. Да, за босса встанешь, сзади меня будешь стоять и бить. У тебя, ну, как сказать, тебе не нужна задница, чтобы босса лупить. Вот первые 100% фраги будет дыхание, и как раз пойдет void зоны. Под вторые 100 раги как раз пойдут эти, блядь, мобы. О, все тут, да? Поехали? Или нет? Ну, наверное, хуй знает, кто там видит, кто готов, кто нет. Сдал. Это со сферы вышли. Ну, друид просто вышел, взял из нее хил. Ну, во-первых, но... во-первых, надо спекаться в третьего, во-вторых, ну, в сферках стойте, блядь. Ну, ПС спекать я хуй знает, столько ДПС потерять. Давай метки расставим. Да, толку от этих меток. Ну, если дадите Дживса, я могу в третьего эрдру спекнуться. Ну, надо, потому что выхода нет. Ну, у меня Дживс КД, у меня шмота с собой нету. У меня шмот в банке. Портал, ну, поставьте. Думаю, проще будет, если метки поставить одним компом, Лёха, не? Там кидается сфера рандомно. Просто увидел, что она кинулась на тебя, все встало, остальные отошли, чтобы не получать дамаг тоже. И все, в чем проблема? Ну вот дерево отошел со сферы, я ее попытался закрыть. Ну не успел. Там было, да, дыхание еще, и все упали. Ну. Даже ма не спасло. А так оно не спасет. От босса, короче, отлетает такая сфера, типа прозрачного фиолетового шарика. Да, когда она приземляется, под нее надо встать одному человеку, остальным надо здесь. Так она на меня бублик летел, я же от него отойти должен. Ты бублик не отходишь, прожимаешь, либо, блин, тебе надо... Не сейф. Бублик, а сфера это была, блядь. Нет, а потом что, я бой на сфере зона темная? Стоял. Потом бублик пошел. Void зона темная, ты имеешь в виду? Да, да, да. Ну, в ней надо стоять, так как по тебе дамаг нанесется, а если ты уйдешь с этого свой, ну, со сферы, то по всему рейду дамаг будет наноситься. Смотри, если у тебя метка над башкой, ты с нее не уходишь, даже если Void зона черная пошла. Тебя, ну, либо и касти в ней. Да, если ты в границе находишься. Ну, допустим, сверху на тебя пролетела, как бы сфера эта, ты стоишь и закрываешь. Если ты в границе void зоны находишься, которая, ну, черный пол вот этот вот, ты можешь отбежать там на 3-4 метра, и как бы будет считаться, что ты закрыл эту сферу. А, ну все, понял. Как бы далеко сильно отходить нельзя,
А как бы перемещаться можно там, ну, 3-4 метра, что ли. Друиды, это сам роги ложный выпад, нажимайте на дыхание. И друиды больше этот ходок накидайте на магов, на меня, на шамана. ПС сам хилится, и на себя накидайте. Паладины не сдохнут, и в рогах урок этот ложный будет выпад. Вот. То есть это считай, вторую пати, кроме ПС, надо захиливать. И себя, двух друидов. Вот. На 4 цели меньше. Умножение, бынный рост, восстановление понакидайте на магов, на шамана. Готовы? Го. Поехали. Мак, а ты сильно далеко не отходи. Да, где-то здесь. Ма? Так, вот смотрите, сейчас будет 100 раги и пойдут мобы. Стиллер лови. Эру опять покинули. БР, командуйте, кто и кого. Или что, или вы думаете, как просто так все будет убиваться само по себе? Сейчас уже после Void Zone встану. Пиздец. Берегитесь. Ну, на этом боссе ролить надо, хз. Я не рол. Я вам тем более не рол, блять, на шамане, на хиле. Ну, давай подумаем, вот логически чисто. Вот открываем ультра дру, смотрим раскладку хила, омоложение, буйный рост, все правильно. Смотрим раскладку злобного, омоложение на втором месте покровительства природы. Какое хуя у тебя там покровительство природы, нахуя оно тебе? Твоя тактика здесь омоложение, буйный рост. Ты в курсе про это или нет? Я ТТГ не хилил никогда. Я в основном орду. Везде. Омоложение, буйный рост. Друида задача. Буйный рост должен висеть по КД. Вот он 5 секунд у тебя по КД прошло, ты вешаешь его заново. Омоложение на 10 целях должно быть. И от одного, и от второго друида. Как так можно проебать, блять? Дыхание начинается, два омоложения должны дать. Есть быстрое восстановление. Сейчас посмотрю, есть оно у вас. Где у ультра-дру быстрое восстановление? Вот три быстрых восстановления у злобного зато есть. Ну, получается, это, вспышка света вон у холидринка одна. Сколько? Не одна, три. Вот вспышки света побольше. Ну, тяжело, они прохиливаются, я хуй знает, что как делать, блядь. Полученный урон. Цитбупс меньше. Холидринг, ты тут? Тут.
Ты Джагу на хп кидай, они подхиливаться с удара будут. Джага желтая есть? Должна быть, ну, вроде. Да, кидай желтую Джагу лучше. Ты по мане не сеешь все равно. Да, кстати, вот хилета нету. Танк желтую Джагу кидает, Лингрен, а не Хулидрин. Хулидрин кидает синюю. Разобрались? Без Эдхила нам нехуй тут делать, нас, ну, нам нельзя умирать, нам надо дожить до бубликов и жить это погружение. На дыхании никто не должен умирать, на дыхании надо хилиться. Костя, ты желтую, ой, синюю. Я знаю. Так что давайте, друиды, ротация, омоложение, бурный рост, омоложение, бурный рост. И быстрое восстановление на дыхании. Видите, бурный рост в КД, омоложение проку вешать особо не будет. Самые просевшие цели, у кого меньше половины. Быстрое восстановление по нему. Поехали. Подойди подальше, андроид, спасибо. Ама? А, Костя умер. Опять перк. Ну, короче... Пиздец, вот злобный не вышел с черного пола, а ты как сдох, Хулидрин. Хули падайте, блядь. Нахуй надо. Как ты сдох? Давай посмотрим. Тоже взрывающаяся тьма. Я понял, блядь. Сопрот есть? Ой. Да, 4 штуки. Да, один. У остальных сопроты есть? Злобный, где твой сопрот? Это раз. Второе, чё с черного пола не выходишь? Султан, где сопрот? Есть у тебя? Да, из колец. Там три зоны. Маленькая, средняя и большая. Самая дальняя. Вот. И в них нельзя, ну, как бы стоять, наступать и кастить в них. Смотришь, она на твою, допустим, на среднюю зону перешла. Либо назад, либо вперед отойди. Но не касти. Если будешь кастить, по тебе нанесется дамаг. Все, у меня сопротов нет. У кого еще есть сопроты? У меня 4 есть. Лингером, кому надо. У кого нету, смотрите. Ну что думаете, блядь, без сопротов убьется, что ли? Так бы дамагов, десятки, да? Десятки убиваются без сопротов. Ну, блядь, не такими хилами, которые падают на в черном полу. А это да. Кому сопрот? Пэса вроде нету. Остальным я дал там. Маги, выпейте сопроты, султан. Он мне два сопрота пихает. Он роги. Ну роги, я хуй, тоже пейте, блядь. Дисгрессиду вон дай.
Смотрите, сколько скелетов уже, блядь. Стыд, позор, блядь. Все, проверку и поехали. Сейчас будет войд зона. Давай, ма. Лови, маг. Султан. Блин, как туда? Войну Геру. Сейчас попробую вывести от сфер. С бубликов выходи, дерево. Бэрить надо ПС так-то. Ну зашел же нахуй, как вот опять умер. Дебаф, видимо, не успел. Нет, там получается не поднять. Когда бегут в теневой колодец, надо на фул поднимать рейд. Смотрим сейчас отхил. Ультрадуром вложение буйный рост. Злобное вложение буйный рост. СПД у него меньше, что-то меньше, хилит как-то. Не знаю, значит не вывозим, я хуй знает. Да, СПД мало. Вот у него 190 тиков. А у тебя вот 152. Ну это хуёво. Посмотрим сейчас билды. Вот, злобный дру. Уже нашел косяк у тебя. Вот это что-то не вкачал. Бьется это в дру, чтобы хоста у тебя была. Если что, там сколько? 20 там процентов, да? И у этого тоже нету этой хуйни. Ну понятно, блядь. Тоже, вы новички, что-то пару месяцев играете или как? Откуда вы такие билды взяли?
Я не знаю, если не будем справляться, можно вот последнего босса ебануть, да и нахуй надо тут сидеть. Давай еще попробуем. Разочек. Разок нет на Гаганаша пошли. Сколько злобный всоведовал? Ладно, похуй. Может быть, Песа потом спекнем, еще посмотрим. Давай сразу спекайся, Песа. Сразу злобный всову обратно. Он 8к давал в этом. Да и похуй. На пожирателя. Пускай спаки. Посмотрим, может, с ДЦшкой. А, второй трай 10 дал. С ДЦшкой, может, проще будет. Спекайся в сову обратно, злобный. Может, получше будет. Ешьте ману. Там на меня особо не рассчитывайте. Там, блядь, когда в купола будете заходить, сдашь массакру, холи дринг. И это... Лингер массакру, да. Да, лингер. Да. И Песа, ну, я не знаю... Или перед заходом сдай сам на хп, или после выхода, если вдруг там человек 5-6 живых будет на хп, чтобы не захилить. Щит маны там в бублик, когда зайдете. Ложный выпад, если рядом босс. Сферки под боссом убейте, чтобы вас милики не съедало. РДД от сферок отходите, то они уешат. Ну чекайте. Сейчас Песа допьет. Ну вон за... А, назад на сферу. Стой там. Идут. Кто их научил такой хуйни? Вот нахуй нам бить без одного ДД. А где блинки умер, лол, что это? Да ничего, это нахуй это глыбы ловить. Я вас спрашивал, глыбой надо ловить? Мне сказали да. Ну вот, теперь ты ну сдох, как этот маг до этого сдох так же от этого. Ну, я до этого ловил, не сдыхал. Почему сейчас сдох? Ну, наверное, потому что в четырех лужах стоял. Может, Геру? Может, треснуть мага? Да. Да, давайте. Бегите или умрите. Ебать, проклятие. Нашли. Охуею, блядь. Ну, нахуй, ну, я не знаю. Ай, бля, ребята, нахуй. Идем дальше, короче.
Просто вы поймите, ну, тактику надо это, вот, за, ну, заново с нуля рассказывать. Мало того, что тактику не знаем, еще и свой класс. Эти пидоры идут, эти мобы. Ты одного хлопнул, бежишь лево или право. Выбегаешь с лужи. Твоя задача выбежать с лужи. До того, как второй моб тебя придет, об тебя взорвется, ты уже выбежал с первой лужи. И ты стелишь эти лужи редком, блядь. А в глыбе ты стоишь, вокруг тебя 4 лужи, она с тебя спадает, и ты сдыхаешь за 0,2 секунды. Нахуй. Какой блинг, блядь. Если из глыбы блинг делаешь, дамаг даже не наносится. Ну, я не знаю, работает так, нет, я просто за мага не играл. Ну, скорее всего... Если глыба спадает, и он делает блинг, тогда, конечно, несется. Ну вот, он дал раньше глыбу, чем надо, стоял в ней, она кончилась, он нажал блинг, думал, спасется, блядь, и сдох. То есть есть пинг, пинг есть, полсекунды или сколько, задержка. Ну, блядь, это пиздец. Тут либо вайпаться 3 часа надо на этой хуйне, чтобы научиться играть или что, блядь, я не знаю. Просто решите для себя, надо вам это или нет. Может, не надо. Жалко, остальные зависит от того, надо им это или нет. Ну, я бы за ДД вообще ничего не говорил, вон, создавайте хила до хинти. Сейчас вообще самый простой босс, отвернуться, блять, вынести метку, отвернуться, вынести метку. Диспелить. Что, это тоже что ли надо будет релить? Диспелить могут вон 3 человека ПСа, танк и хулидринг. Ну и мелики от сокрушающего. Подходите. Куда метки тут вносим? Справа? Начинаем. И по кругу, да? Или как у вас убивают его? Ну, вправо-влево выносите просто. Если давай сильно застрелите, продвинем босса. Крутить? Давай в одну сторону все. Метки. Крутить, короче, да, будем? Ну, сначала вот сюда метки, потом вот сюда, потом вот сюда. И так пошли по кругу метки выносить. Попей, ПС, пожри что-нибудь. Там кому интересно, если кто-то в будущем планирует играть вообще, ну, чтобы убивать, посмотрите, вон на ютубе есть записи. За хила есть, за сову, погнали. За танка, за милика, за все есть. Ну, Леха, ты слышишь, ты говори, когда фир будет, потому что я могу диспылить не всегда в таргете босс. Типа отвернуться? Поехали. Ну да. Вернулись. Берегитесь. Отвернулись. Но все-таки по-другому метку выносим. Охуе. Главное вынести.
Берегитесь. Вернулись. Вернулись. Чё стоишь с черепом, метка, алло нахуй? Смотрите хоть... Протяни. На экран хоть смотрите, блин. Инеры по пояса дайте. Чуть-чуть пройдите. Берегитесь. Вернулись. Наибучий пояс упадет он когда-нибудь. О, что это такое, сила прилива? Сила прилива, нормальная вещь, короче, талант есть такой у тебя, у шамана. А, ну все, это вот как у меня грудак, только пояс. Давай, да, у него КД, короче, типа 150. Да-да-да, у меня грудак такой с этой чаркой. Прямо хороший. Чарка хорошая. Что, будем пробовать еще, нет? А, ну, хотите. Может, я могу на шамана зайти похилить, если что. А мне тогда на кого? Два шамана не отхилим? А, ну давай попробуем. А, Костя затанчит. Попробуем два шамана похилить. Ну, у нас же еще Эрдру будет. В три хила же, правильно? Угу. Это кто, Хулидринг? У нас... нет, это Лингрен, который захолоз это. Но у нас сейв будет, получается, один только. Кому эту голову надо, станки? Надо на распыл. На распыл только и все. Ну давай попробуем. Что, будем пробовать, нет? Да, попробуем, хули.
Бля, они там еще мучают, нахуй, бедного Нурика. Его надо сумонить, то пойдет на сумон. Я уже у камня стою. Так, там? Только у меня ни у кого больше сапротов нет, да? Нет, у шамана сапроты кончились. Сейчас тогда сумонете быстренько до аука. Буквально минутку. Ну, пати дайте. На пати давайте. Да, конечно, по одному надо с лужи выходить, потому что в луже в одной тебя прохилят, а в четырех ты сдохнешь за одну сотую секунды, блядь. Не обязательно, ну, типа... Глыба-то сколько висит? 10 секунд? Я пришел. Глыбу юзаешь в самый последний момент, когда вот до тебя почти моб доходит первый. Ждешь до талого, последний уходит, и сразу блинк из глыбы, а не то, что глыба кончается, и ты блинкуешься.